Виктор, кто победил? Куда он теперь будет двигаться? Направо или налево? Следующие ворота где? Вон там. Ага. Я не знаю, может направо, может он напрямки прям сюда пойдет. Я думаю, он пойдет прям напрямки. А зеркало-то не хочешь сложить, как ты говоришь? Денис, в общем, ситуация в том, что у нас все получится с ними. Я список дал, что он должен сделать, чтобы с нами побыть. У нас теперь будет проходить мототриал в рамках наших сборов. Понял? Сломай его! У тебя время есть, отверточка открути. Да, не ломай зеркало. Касание. Спите. Спите просто. Мне нравится Шевроле. Киевы красивый в майках, честно, вообще. А ты что, без вообще майка? По-другому. А, блин, у меня в машине, я просто не успею сейчас. У тебя люди не майки спрашивают, а другие майки. Мы на призы дадим майки еще. Там Руслан надо майку, он просил. Дам, там есть, мы еще на призы дадим. Думаешь? А что? Дайте. Думаешь, не было. Ударченко. Вот бы вчера такая была погода, как сегодня. Да. Куда ты? Куда-нибудь. Да. Круто! Езжай, не спрашивай. Либо эти, либо те. Отойди. Куда отходи? До конца, вот оттуда. Ну а что делать? Готовченько. Идет,
Audi, то он не поедет на него. Не стоит. Это Илюша стоит. Сзади. Сбил сзади? Да. Побольше. Давай. Все. Да, хорошая резина, да? Да. Да. А у нас такая? Дорого стоит? Я бы 4 колеса дала. Не, на бюджетный вариант. Как фирма называется? Кумхо. Кумхо? Да. Нормально на ней едет, да? Что-то мы. Жалуюсь. Да, что-то мы этот случайно рекламку сделали, да, людям? Кумхо. Фары выключи, скажи ему, фары. Эвакуатор! А что, значит, зачем? Как будто мозги отключаются, все, уж такая второй раз. Мы не расстроились. А температура там как? А? А температура да, как? Да, нормально. Нормально. Веревка есть? Все, у Сереги тоже нет веревки. Он который по счету? Не помнишь? Где-то пятый или шестой. Самое модное сегодня. Он не заводит. Все, просто порвать может потом. Да, да. Что, снова он? Да. Ленинградский почтальон. Ты ездил уже? Нет, я посмотрю.